Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами продолжаем говорить о конфигурациях 1С и ERP. И говорим мы сегодня об очень интересной конфигурации, которая называется 1С розницу. Редакция 2.2.11. Конфигурация простенькая. Здесь есть скидочная система, простенькие закупки, ну, заказы поставщикам, да, там небольшой такой. Есть склад, есть продажи, есть финансы. Финансы тоже, ну, невеликой такой неземной глубины. Приход, расход, ну то есть движение денежных средств. NCE, есть возможность посчитать премии для сотрудников. Вот. Чего здесь нет? Ну, я думаю, вы уже увидели. Здесь нет как такового управленческого учета. По сути, это конфигурация для автоматизации, ну, оперативного учета. В самом таком простом варианте, на самом-то деле, он тут есть. Но ну, вот организация и финансы, да, вот выплата заработной платы, рассчитывать премии. Вот учет себестоимости. При закрытии месяца, да, вот мы тут настраиваем вот эти настройки. Здесь у нас упрощенный способ есть. Расчеты себестоимости средневзвешенные принимать из управляющей системы. Так вот, 1С розница предназначена для того, чтобы работать в розничном магазине, как фронт-офис с бэк-офисом, который, ну, собственно, роль которого выполняет УТ, комплексная автоматизация, а иногда даже 1С ERP. Конфигурация прекрасно подходит для автоматизации розничных магазинов с 3-5-7 сотрудниками. Вот. В чем ее великая сила? Великая сила ее, не знаю, получится ли показать, честно говоря. Ее великая сила в рабочем месте кассира. Дело в том, что здесь у нас чеки, да, рабочее место кассира, которое реализовано в рознице, оно превосходит рабочее место кассира, которое реализовано в управлении торговлей. Ну, тут можно настроить РМК, прям верхняя, нижняя панель, ну, тут текущая строка, да, можно это все прям здесь переписать. Очень удобно, очень классно. И, в принципе, постановка управления торговлей в розничном магазине, ну, видите, он в демобазе не хочет. Постановка управления торговлей в розничном магазине говорит о некомпетентности внедренца. Потому что это дорого, сложно, плюс к этому лишний функционал для розничников. Вы не будете месяц закрывать в каждой рознице, вы будете консолидировать информацию о движении товаров в бэк-офисе. Ну и, конечно, нагрузка. Управление торговлей более нагружает технологическую архитектуру, чем, собственно, розница. На этом спасибо за внимание. Что, собственно, тут рассказывать. Если у вас розничный магазин, это ваша конфигурация. До свидания.